Всем привет из Северной Каролины. Сегодня маленькое видео о том, чем здесь кормят собак. Посмотрите, вот такие купили какие-то печеньки. И какой у них состав. Первый раз увидели. С аллигатором и кэтфиш, это сом. Эти собаки уже едят аллигаторов, крокодилов. Или у них здесь только крокодилов, они не знают, куда их утилизировать, и отдают собачий корм. Или что-то тут странное. Интересно, вот так живут собаки в Америке. Едят аллигаторов и сомов. Да? Суслик, причем ей так понравилось, она так его ухватила. Никогда эти печеньки перед этим... Меня, что я чуть не съел. Да, вот тут. Мы приехали в гости к Олегу. И собрались коптить рыбку. Да. А ребята, а что вы там коптите, покажите? Илья, ну-ка покажи, как там коптилка выглядит. Вот мы сначала хотим шримпсов запустить, то есть сейчас вот, Илья, вот можно сюда их. Открой, открой, что тут. О, это получается креветки. Да. А такие огромные, да, блок замороженный. Угу. Ну мне же интересно увидеть, как выглядит коптилка. Сюда. А я босиком. У нас так тепло, видите, вот товарищ в феврале выгуливается. Вот такие креветки. Ну да, большие. Илья, покажи большие, с той стороны, пожалуйста, коптилку. Включим. В общем, коптилка представляет собой такой шкаф, работает на газу. Но есть свои секреты, да? Да. Температуру измеряем и смотрим. Значит, тут можно как подвешивать колбасно, сально. На крючочки. Это самое рыбное изделие. Можно складывать. Я пробовал вешать рыбку, но дело в том, что горячего копчения, и она обрывается. Рыбу лучше ложить. Значит, тут здесь газ, здесь, перчаточки не взял, хотя сейчас попробую изобразить. Так сказать, здесь вот сюда можно подложить. Здесь вон туда складываются угольки. Так, вон там угольки уже лежат. Да, угольки, и они сейчас... Уже вкусный дымок начинает пахнуть. Дымок пойдет, вот мы сегодня испорим черри. Оно же вишня, оно же черешня. Ага. То есть это продается в магазине, да? Да, это, естественно, продается как и рыба в магазине. Щепочки такие. Если проявить неслыханную сообразительность и находчивость, рыбу, конечно, можно и не покупать. Можно словить. Можно словить. И черешеньку можно... Вот там у бабушки есть. Можно сэкономить. В общем, Олег, жить тут можно. Жить можно. Здесь даже черепахи. Ты же черепаху. Да, ловил, вот да? Здесь она бегала, она сбежала. Я подозреваю, она живет сейчас под порчем. Ну, домашняя это, ну, земноводная. Да. Которая по земле. А в озере они как умалишенные клюют. Они мне мешают рыбу ловить. Самое ужасное, они здоровы вот такие. С клювом. С клювом. Когти там сантиметров, ну, загнутые, ну, по 5-7. Вот в озере. Я тебе видео где-то у меня есть. Угу. И такие злые. Это мы в кино посмотрели про Буратино, она там пела песенки. На самом деле они злые. Глаза, язык красный. Такой, блин, она, хочется сказать, как кукушу. Ну, конечно, когда на крючке у меня сидит, она как кукушу. В общем, крючок ты оставляешь. Я обрезаю, и тут, ну, тут дети. И типа вон направление. И плыви, и греби. И греби отсюда, потому что я просто физически боюсь к ней подходить. Потому что на такие когти царапнет все, инфекция и кирдык полево. А помнишь, мы черепаху тоже видели где-то? Ой, маленькую. А их очень много. Летом, когда сидишь, их всплывают, они же придурки, подплывают к поплавку и пытаются на него заползти. Поплавок вот такой. А ну, вот... поплавок? Зачем? Ну, ты их спроси. Этих американских черепах, да? Я думаю, надо водичку опустить. Все ясно, ладно. Идет процесс приготовления. Мы вам потом снимем. Да, то, что у нас получится, копченая рыбка и креветки.